Свободное падение в приключения, прыжки в неизвестности, фееричные приземления. 20 воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска совершили сегодня прыжок с парашютом. Про самые яркие моменты и незабываемые ощущения первопроходцев на небе поделилась Майя Хамдохова. Готовность номер один. Раннее утро в сопровождении красивейшего восхода солнца. Молодых парашютистов готовят совершить прыжки с парашютом с борта самолета Ан-2 на базе Ессентукского авиационного спортклуба. Поощрять активистов стало доброй традицией мэрии Черкесска за участие в парадах, различных соревнованиях, а также несение вахты памяти у мемориала «Огонь вечной славы». Вопросы есть? Никак нет! За время подготовки курсанты детально изучают парашют, проходят инструктаж с опытными наставниками, изучают правила поведения в воздухе. В рамках данного вида спорта парашютисты выполняют прыжки в три подхода только при благоприятных погодных условиях. Организаторы уверяют, что смелость парашютистов не в том, что они не боятся прыгать, а в том, что они боятся, но прыгают. Кто-то относится более спокойно, кто-то очень щепетильно относится, каждый спрашивает, переспрашивает, это тоже очень хорошо. Но в основном состав, то есть это же дети не просто вот мы подобрали там на улице первых встречных это. То есть дети предварительно готовились уже год, кто два, кто три, там, кто вес набирает, там, потому что они же дети, им надо хотя бы 50 килограмм, чтобы парашют снижался к земле с определенной скоростью. То есть они уже морально готовы все, поэтому практически у нас тут проблем никогда не бывает. Нельзя просто так взять и не стать парашютистом, шутят небесные покорители. Ведь это одна из разновидностей авиационного экстремального спорта, где оказываешься один на один между небом и землей. И здесь уже не важно, что за твоей спиной, закат или рассвет. Главное, чтобы парашют раскрылся, ну или чтобы он был. Парашютисты – народ веселый и считают, что в их рискованном деле без юмора никак не обойтись. Но шутки заканчиваются, когда ты один на один оказываешься на небе в свободном полете и кажется, что нет пути назад. И в этот самый момент умение управлять своими эмоциями – важнейший навык в деле парашютистов, который поможет им спокойно приземлиться. А мимо земли, как говорится, не пролетишь. Впечатления и эмоции у воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи после приземления разные. Одни кричали от восторга, другие от переизбытка эмоций, а третьи просто радовались победе над самим собой. Ведь прыгнуть с борта самолета на высоте более 800 метров под открытым небом – зрелище незабываемое. Оно помогает раскрыть не только профессионализм, но и важнейшие человеческие качества. С приземлением! Спасибо. Как ощущения? Очень классно, мне понравилось. Страшно было? Было страшно, но в итоге не страшно как-то. 7-й прыжок уже прошел удачно. И каждый раз? Всегда. Как первый раз? Да нет, уже как родной. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачаево, Черкесия.